27-летняя Сати Казанова оказалась в вынужденной разлуке с мужем. Певица никак не может встретиться со своим мужем, итальянским фотографом Стефано Тиццицео. Поп-звезда опубликовала нежное фото с супругом и заметила, что жизнь стала очень хрупкой. Сати рассказала, как еще несколько недель строила планы с мужем на прогулке по Милану. «Сейчас мы не можем встретиться ни на какой из территорий мира по причине коронавируса и итальянского паспорта моего любимого», — с горечью сообщила Казанова. «Сейчас итальянцам вообще закрыт въезд в Россию. По последним прогнозам, такая ситуация сохранится до апреля. Мы чувствуем себя как Ромео и Джульетта, разлученные обстоятельствами. Все это напоминает некое кино, военное время, когда люди оказываются разлучены с любимыми и не могут встретиться. Может, это и есть война?» «Тихая и подлая такая», — написала Сати в Инстаграм. По мнению певицы, ситуация с коронавирусом раздута. Тем более, что никто из ее итальянских родственников и их знакомых не столкнулся лично с этим заболеванием. «Нам всем стоит трезво смотреть на факты», — резюмировала звезда. Недавно Сати Казанова раскрыла эффективное средство от коронавируса. Певица откровенно рассказала о своем заболевании. Она приняла участие в смелой фотосессии.